Здравствуйте, дорогие друзья. Вторая часть. И это не простой аппарат самокат, а еще с мигалочками такими, когда, значит, нужно. Это чисто спецназовский вариант. Значит, крылья у него тоже есть. Я забыла об этом вам сказать. Вот, но их не видно, они выдвигаются, когда вы взлетаете на таком аппарате. Вот, ну, тоже есть секреты спрятанные, когда будете со мной связываться, часть секретов мы вам расскажем, а когда купите, все расскажем. Спасибо за внимание, часть вторая.